Позволил греху раскрыться, который внутри сатаны. Бог просто позволил. И сейчас мы это видим. Каждый на земле вкусил грех уже. Каждый. Нет, говорит, праведного ни одного. Все согрешили и лишены славы Божьей. Славы Божьей – это характера Божьего. Это образа Божьего, который потерял Адам. Когда что сделал? Нарушил одну единственную заповедь, которая была у него. Со всех деревьев ешь в саду, а вот с этого не вкушай. Одна единственная была заповедь, и он ее нарушил. И кто соблазнил его нарушить? Змей. Потому что он написано о нем? Что он был лукавее, хитрее и коварнее всех. Так вот, Бог просто позволил вот этому греху раскрыться. Для чего? Чтобы больше никогда на небе, никогда ни в ком больше греха не было. Все увидели, к чему привел грех. Все небеса увидели распятого Иисуса Христа. Творение распяло своего Творца. Это бунт. Земля – это бунт против Бога. Но Бог, написано, человеколюбивый, многомилостивый, прощающий грех и беззаконие, прощающий до четвертого рода прелюбодеяние, благословляющий до тысячи родов. То есть проклятие действует до четвертого рода, а благословение до тысячи родов. Вы вообще понимаете? До тысячи – это значит всегда. Это бесконечно. Тысячи родов, посчитайте, это сколько? А у того еще тысячу родов, еще тысячу родов. Это просто бесконечно. Вот его благословение. А проклятие – четыре рода. И то, если среди этого четыре рода кто-то обратится к Господу, проклятие заканчивается на нем. На следующем еще будет вот это четвертое проклятие. Но если он опять обратится к Господу, на нем закончится проклятие. Но обратиться к Господу – это значит… Всем сердцем уверует и последует за Богом, а не за миром, правильно? Не за сатаной, я имею в виду. Лучше так буду говорить, да? За сатаной. Но мир – это сатана. Сатана в мире господствует. Он здесь сейчас царствует. А Бог царствует в наших сердцах. Никто не видит. Так же, как их грех было не видно на небе, в сатане. Никто не видел. Так в нас сейчас никто не видит внутри Царства Божия. Но его видно. Его видно по твоим поступкам, по твоим словам. Понятно, что мы согрешаем? От усталости, где-то, может, раздражительность там и так далее. Отпечаток характера на всю жизнь, ну, всей жизни, да, тем более, чем старше, тем сильнее, да, отпечаток этот. Но никогда этот человек что делает? Кается. Вот когда человек кается, это уже плод Духа Святого. Когда человек не кается, это уже гордыня, это сатана. Это характер сатаны, это просто отражение сатаны. Это для такого нет будущности и надежды. Просто он доживет здесь, как эта срезанная роза, пока в воде еще живая, кажется. Если прикрыть ее, да, воду. О, живая роза. А на самом деле она уже мертвая. Вот так люди доживут просто до конца, и все. Вот такой Бог милости. Но написано, что он долготерпит, чтобы многие спасли. Поэтому мы не должны, по сути, молчать. Мы не должны стесняться Иисуса, молчать. Но дай Бог нам мудрости, что вначале быть примером, да? А мудрости дал благодать, чтобы мы были примером. Примером, что прописка наша небесная. Это вот отражение Слова Божьего, отражение характера Божьего, да? Так вот, смотрите, какой Бог. Сатана его обвинил, то, что он несправедливый, то, что заповеди никто не может исполнять. Иисус пришел на эту землю, стал человеком, Сын Божий, да? Взял греховную нашу плоть за 4000 лет, которая деградировала. И в этой плоти он победил грех. Он ни разу не согрешил. В этой греховной природе. Вот представьте, сколько мы в день можем раздражиться, помыслить что-то нехорошее, осудить какого-то. Если ты не раздражаешься, но ты в мыслях своих осудил кого-то. Это то же самое. Ты согрешил. То есть это бесконечно. Мы бесконечно грешим. Просто кто-то молча, а кто-то, ну,
мысли свои вслух говорит. Что еще хуже, конечно. Да не знаю, что хуже, честно говоря. Это человек, который сказал, тут же вроде и покаялся, да? И вот он пришел и победил. И что он говорит? Когда говорит, я взойду, и зальется Дух Святой. Дух Святой излился в день Пятидесятницы. Так? Народ Божий что делал? Как он ждал Духа Святого? Излития Духа Святого. Поверили они словам Иисуса? Поверили словам Иисуса. И они в горнице пребывали 10 дней все вместе в молитве, покаянии. И ожидали излития Духа Святого. Скажите, они получили Духа Святого? Получили. И об этом все знают и даже празднуют. Правда, этого праздника нет в Библии. Ну, по крайней мере, мы знаем, что об этом все знают, да? День Пятидесятницы. В этот день излился обещанный Иисусом, обещанный Богом в пророках, написано в Ветхом Завете, да? Излился этот Дух Святой. Это отрада от Господа. Это отрада от Господа. Нам дан Дух Святой. Это отрада от Господа. И что произошло с учениками, которые ждали, ожидали, верили? Они исполнились все Духа Святого. Они заговорили на иных языках. Это как? Не шарабара. Они заговорили на разных языках. То есть там были и парфяне, да? И медяне. В общем, там так много написано, народности какие были, потому что все пришли на праздник Господень. И тут они видят, что ученики, простые рыбаки, простые люди, они говорят на ихнем наречии. Они говорят на ихнем наречии. Вот, например, как сейчас бы, кто-то говорил бы на русском, кто-то говорил там, были бы американцы, кто-то говорил бы на американском, корейцы были бы на корейском. То же самое. И они говорят, как же это они так, да? А еще они видели, что над ихними головами как будто пламень был огненный. Как пламень огненный. Все видели. То есть Бог позволил увидеть и запечатлеть это нам в Слове Божьем. Сколько свидетелей там это видели? Это был день Пятидесятницы. После этого ученики разумели все Писание, разумели Бога, характер Его, познали Бога и шли за Богом до самой смерти. И были счастливы умереть за Него. Я сейчас не говорю про вот этих, которые сатана исказил, что одевают эти пояса, себя там убивают, чтобы там куда-то потом попасть. Кого-то там взрывают, неверных кого-то. Это сатана просто извратил. Он все извращает истину. Всю истину извращает. Сейчас нам Бог обещает. Сейчас нам Бог обещает. Иисус также в Слове Своем, да, обещает нам излитие позднего дождя. Это был ранний дождь. Когда люди вошли во святое, когда каялись, да, то есть во святое, они каялись и свои грехи отдавали Иисусу. Что мы еще можем делать? Мы только Иисусу можем отдать свои грехи. Что мы ему можем ему дать? Все, что у нас есть, это все его. Силы даже он нам дает, ум он нам дает, дыхание мы дышим, он нам дал. Что мы ему можем дать? Мы ему можем отдать свои грехи и принять его прощение. Просто, даром, по вере. Поэтому говорится, незаслуженно. Вот незаслуженно нам, понимаете? Мы не заслужили вообще ничего. Мы заслужили смерть. Мы не заслужили царство, царствовать с Богом на небе. С Богом царствовать на небе. Так быть с Ним близко. Мы этого не заслужили. Это нам дано даром, благодаря любви Божьей и Сыну Божьему, который отдал свою жизнь вместо нас. Он умер вместо нас. Адам согрешил, и мы из-за него... Ну, в нем все согрешили. Пришел второй Адам, Иисус. И также мы все в нем. Как в Адаме были, так мы в Иисусе все. В нем мы победили. Вы понимаете? Так вот, ранний дождь – это когда мы грехи свои... Ну, ранний дождь – это излитие Духа Святого, который наполняет сердца наши, освещает нас. И видно, где у нас грехи. Ну, обличение происходит, и мы их исповедуем. И это дар Духа Святого. А когда мы исповедуем, это во святое. Идет во святое все. Ну, как прообраз, вот на земле был храм, да? Сейчас небесный, да? Ну, в смысле, не сейчас, он там всегда был. Вот, поэтому во святое. А во святом что было? Грехи все там. Вносилась кровь с жертвы, да? Слово хлеба преломления, да? Слово Божие, хлеб Божий. Изучаем мы это все, делаем. Светильники горят, масло Духа Святой, да? Молитвы, то есть жертвенник курения. Все вот это. Мы так вот живем. Так живем, живем, живем. И Бог обещает. Поздний дождь. Для чего? Ранний дождь для чего проливался в Израиле? Для того, чтобы пробудить зародыши
в зернах. Потом росток растет, растет, и когда уже вырастает к семенам, да, проливался поздний дождь. И семена наливались, и был плод. Поэтому поздний дождь – это есть отрада от Господа, это победа полная над грехом. Внутри нас, вот в греховной природе, произойдет победа полная, и мы будем образ Божий. Вы понимаете? Вот это поздний дождь – это когда созревание вот это плодов, созревание слова. Вот мы им наполняемся, но мы иногда, ну, как бы нарушили, да, каемся. Споткнулись, каемся. Слово Божие опять слушаем, как бы вкушаем, это хлеб, да? Опять понимаем, вот тут у нас не так, каемся. И вот это вот все, это вот рост, это вот росток, это зачаток Духа Святого в нас, в нашем духе. Он открывает слово, он там в нас, вот эта работа происходит, да? А поздний дождь, когда уже и зальется, чтобы уже принести плод, все, к жатве. В Писании написано, что будет жатва. Ибо, говорит, жатва, пусти, говорит, серп свой, ибо жатва на земле созрела. Вот, мы должны быть вот этой созревшей пшеницей, а не плевелами болтаться на высоте, а склониться, как пшеница, да, у которой зерна полные. И причем, как пшеница, что, сама, что ли, наклоняется? Вот смотрите, плевело торчит, когда после позднего дождя, да, когда созревает пшеница, плевело торчит, а пшеница вся наклонилась к земле. Поэтому сначала собирают все плевела и сжигают, а потом собирают пшеницу в житнице. Так Бог говорит. Такой нам образ рисует, так? Так скажите, пшеница, она что, сама наклоняется? Нет, это плоды так созревают, что она наклоняется, правильно? Вот так и мы. Настолько в нас созреет вот эта вся... Бог возрастет в нас так, что мы склонимся. Не гордость нас будет, как плевелы, торчать, а склонимся. Мы поймем, что мы вообще без Бога ничто. Просто ничто. Пар. Написано, наша жизнь на земле – это просто пар по сравнению с ветром. И вот за это время, за пар, нам нужно познать Бога. То есть выбрать участь свою, какая наша будет вечность. Либо мы навечно будем мертвые, просто умрем. Уснем, умрем, и о нас памяти даже не будет. Либо мы будем. Не знаю, как вам это представить. Я это даже представить не могу. Как можно царствовать с Богом? Это царствовать с Богом. Поставь нас сейчас царями. О, гуляй, душа, веселись, если царями были бы сейчас. Творили бы, что хотели в своих городах, да? А знаете почему? Вот это вот плод Духа, наоборот, склоняет нас. Ну, склоняет, в смысле, не силой, а просто вот эти плоды, да? Потому что сам Иисус для нас пример. Он был послушен Отцу, написано, до смерти и смерти крестной. И также написано, что Иисус стал кем? Рабом. Рабом. И Бог открыл ему ухо. То есть проколол ему ухо, как рабам делали, да? И это прообраз того, что он открыл ему ухо, и он его слышал. Так кто будет его слышать? Рабы. Не царьки, а рабы. Пшеница зрелая. Поэтому в Откровении написано, имеющие уши да слышит. То есть уши все имеют. Ну, никто не слышит. Никто, говорит, не разумеет. Нет праведного ни одного. А еще написано, при пришествии Иисуса, говорит, приду я, найду ли я веру? А сейчас куда ни плюнь, везде верующие. Ой, извините, куда ни плюнь, что-то не так сказала. Ну, плюнь, в смысле, что ты далеко не плюнешь, что все рядом. Все верующие, все верующие, все. А Иисус говорит, приду я, найду ли я веру? Так какую будет искать Бог веру? Как у Иисуса. Он будет искать Иисуса, веру. Так на кого мы должны смотреть? За кем следовать? На Иисуса. И тогда мы придем в Царство Божие. В смысле, оно внутри нас, и придем в Царство, которое на небе. Вот этот узкий путь. Да, вокруг смеются. Да, у виска крутят. А что мне-то? Я счастлива. Что мне от этого? Я понимаю, что их не участь. Мне наоборот их жаль. Мне наоборот их спасти охота. Я наоборот их за них молюсь. Поэтому, как мы сегодня пели... Всегда со мной, где бы я ни шел. Просто всегда. Что здесь на земле со мной происходит? Что с этой душенькой, вот с этой вот? Кто, говорит, душу свою сбережет, тот потеряет ее. А кто, говорит, душу свою ради Господа, тот сбережет ее. Понимаете, это совершенно противоположное мышление. Сатанинское мышление – это абсолютно противоположность Божьему. И оно причем очень глупое. Помните, мы разбираем Иова, да? Настолько глупый сатана.
Он, конечно, для нас, ну, он кажется, что он не глупый. Но как может сатана думать, что он победит Бога? Он до сих пор в это верит. Но это точно превратный ум. Просто превратный ум. Просто. Это, ну, настолько глупее его нету. Грех привел его к этому. И его выбор. Он выбрал так. И он был Люцифером. А когда был изгнан, была война на небе. Война была на небе. И он был изгнан куда? На землю. Потому что ему нашлось место только на земле. Поэтому нам нужно не давать, написано, не давайте место дьяволу. Противостаньте твердой верою. И он убежит. Вот так написано. Не давайте место, вначале написано. Это грех. Если ты грешишь, ты даешь место дьяволу. То есть не давайте место дьяволу. Противостаньте твердой верою. Это уже война. То есть я верую. Я верю. Я верю, что сказал Иисус. Я верю, конец какой сатаны. И я верю, какой конец, кто с Иисусом. Я выбираю Иисуса. И не моею силою я спасусь, а силою Божию. Мое – это покоряться только Ему, склоняться, покоряться. Склоняться перед Его Словом и верить. Но вера – это тоже дар Божий, это тоже от Бога. Вера тоже не моя. Это знаете, как происходит? Ну, я так своим, ну, если человеческим языком так объяснить, это внутри или снаружи, ну, или вокруг тебя, или внутри Дух Божий. Но когда ты принимаешь Иисуса Христа, написано, что Бог нам, ну, Дух Святой, как зачаток нам дан. То есть наш Дух человеческий, оживает. Смотрите, человек ходит живой, грешник. Он живой. В нем Дух жизни от Бога. Это Дух жизни. Это не Дух Святой, это Дух жизни от Бога. Или Дух, ну, Дух Святой, ну, как для жизни. Ну, как дыхание, жизнь. Клеточки твои работают, кровь течет, сердце бьется, да? Но дух написано мертвый. Мертвый во грехах написано. Вот если во грехах, то мертвый человек. Он уже мертвый. Он как эта роза срезанная, да? Все, он уже мертвый. Когда человек уверовал в Спасителя своего, Иисуса Христа, да? В его жертву, воскресение, в этот план спасения Божий, эту любовь принял. У него отклик внутри. Это что? Это уже Дух Святой. То есть ты, когда уверовал, у тебя дух оживает, и в этом духе твоем, человеческом твоем, лично твой дух, Дух Святой. Вот она жизнь. То есть оживает дух. И это написано зачаток. Это ранний дождь. Это семечко, посаженное в землю. Как оно там созревает, как там происходит росток, мы ничего это не видим. Мы только видим, когда на поверхности росток уже растет. Мы же не раскапываем постоянно. Ай, что там, что там? Так и внутри нас. Растет, растет. Семечко созревает. Слово Божьего, да? Слово Божье. Семя – это Слово Божье. Созревает, созревает. То есть ты помнишь, тебе нравится, ты читаешь, ты вникаешь, ты общаешься, да? Молишься. Ну, что ты? Ну, Слово в тебе, Дух Божий в тебе действует, так? Происходит метаморфоза. От гусеницы в бабочку. То есть от грешника в праведника. Но вот этот ранний дождь, это незаслуженное спасение всех людей. То есть Иисус на кресте умер за всех. И Он спас всех. Все люди спасены. Но что происходит? Они спасены. Но если не принимают Иисуса Христа, то они чашу гнева пьют сами. Если я верю в Иисуса Христа, то Сын Божий вместо меня испил эту чашу. Он испил гнев Божий за мои все грехи. Он выпил эту чашу гнева, Иисус на кресте. Это не Бог такой жестокий, нате вам моего сына, мне его не жалко. Нет, это любовь его, чтобы нас спасти, нас вернуть. И чтобы все небо увидело вот этот грех, который был в Люцифере, зародился. К чему он привел? И никогда, написано, не будет больше греха. Никогда. Поэтому там произошла война на небе. Сатана сброшен. Так же происходит война где сейчас? В наших умах. Вот здесь война. Кого я выбираю? Вот здесь битва между плотью нашей, что я хочу, греховной, и духом. Поэтому написано, что духом умерщвляете дела плотские. То есть ты разумел, ты понял, ты услышал, Дух Святой тебя открыл по слову, ты это сделал. Все, ты свою плоть умертвил духом. Дела плотские духом. То есть вот ты гневаешься, как ты духом гнев свой побеждаешь? Останавливаешься, делаешь выбор. Господи, прости меня, я опять раздражилась. Все, ты остановился, ты победил. А поздний дождь,
Он изольется, Бог обещает. То есть сейчас нам праведность дана во Христе Иисуса Христа, а поздний дождь изольется, дождь изольется. Это праведность Христа станет нашей праведностью. Мы станем праведные. Сейчас мы праведные, потому что Христос праведный. А тогда мы будем праведные, потому что Он нас пересотворит, и мы будем праведные. Понимаете? И вот сейчас идет процесс освящения, пересотворения в нас. Но Бог обещает, что изольется поздний дождь, и мы будем совершенные. Бог говорит, будьте совершенны, как Бог, потому что совершен Бог. Будьте! Это не знаете? Так, бери на себя рюкзак и шлепай в монастырь. И там ты будешь совершенны. Нет. Будьте, это знаете как? Он сказал, да будет свет. И стал свет. Да наполнится морями там. Да будут моря, да? Там, ну, как, он границы морям сделал, да? Ну, как сказать, словом, да? То есть мыслью. Он помыслил, сказал, и так стало. Сила его слова, творчества, творческого слова. Сила мысли его, Бога. Но это Бог. И смотрите, он не мысли, он же... Он и сказал Бог, поэтому важно, сказал Бог. Поэтому говорится нам, что если всякий что будет веровать, и что делать? Исповедует Сына Божьего Господом и Спасителем, тот что сделает? Спасен. Спасен будет. Исповедовать, то есть говорить. Важно. А еще написано, по плодам их узнаете их. По плодам их узнаете их. Это что человек говорит и что человек делает. Ты сразу видишь, реально сразу видишь, мир там полный или страх Божий. Страх Божий – начало мудрости. Это мы хорошо тогда, да, разбирали? Страх Божий – начало мудрости. А страх Божий – это что? Это Дух Божий внутри нас, Дух Святой. Вот это зачаток Духа Святого. Так вот, это приводит к тому, чтобы в нас созревал плод. И поздний дождь изольется, чтобы этот плод налился и принес плод. Все. То есть вот этот несозревшие плоды стали созревшими. И жатва. И Господь говорит, соберу жатву и наполню житницы мои. Вот Царство Небес. Понимаете, Царство? Это быть в Его доме. Это быть Его. Его детьми, Его народом, Его невестой, Его женою. И с Ним быть одно. И как ученики верили, что Господь им сказал, изолью на вас Духа Святого, пошлю к вам Духа Святого, да? Это как ранний дождь. Сейчас Он обещает нам поздний дождь. И также мы должны веровать и ждать, и ожидать, и жаждать этого дождя. И мы знаем, что когда дождь прольется, будет проливаться, многие даже и не поймут, что это. Они даже не поймут, что это дождь. Будут также Иисус, Иисус, поклоняемся Тебе, Иисус, Иисус. Все там говорить, изгонять силою. Это, помните, как это? Не Твоим ли мы именем бесов изгоняли? А Иисус им что сказал? Уйдите от меня, я не знаю вас, делающие беззаконие. Что такое беззаконие? Это грех. А что такое грех? Нарушение заповеди. А какие у нас заповеди? Первая какая? Вторая. Это, да, это заповедь, новую даю вам, да? Вот, это сокращенная. А десятисловие, 10 заповедей. Эти 10 заповедей в этих двух заповедях, которые ты сказал. Первые 4 относятся к Богу, а другие 6 относятся к человеку. Возлюби ближнего своего, как самого себя. Это вот эти 6 заповедей. Давайте вот эти 10 разберем, чтобы вот эти 2 заповеди нам глубже уразуметь. Так, возлюбить Господа Бога своего всем сердцем, всей душой, всей крепостью своей. Второе, всем разумом своим. Второе, не делай себе кумира. Третье, не произноси имя Бога в суе. Четвертое, помни день субботний. Одно единственное, где написано «помни». Помни день субботний. Скажите, это заповедь? А где вы видите... Где чтут эту заповедь? Скажешь любому человеку, нельзя убивать. Да-да-да, нельзя убивать. Да, эту заповедь нельзя нарушать. Нельзя прелюбодействовать. Нет, нельзя прелюбодействовать. Да-да-да, это правильно. Нельзя завидовать. Ой, нельзя завидовать. Да-да, точно. Нельзя другим богам поклоняться. Нет, нельзя. А субботу не, это самое, нельзя не соблюдать. Нет, субботу нет. Воскресенье. Все, да-да-да-да, кроме субботы. Но это же заповедь. Это же заповедь во всем. Если согрешаешь хоть в одном, ты виновен во всем. Все, ты беззаконник тогда. Отойдите от меня, я не знаю вас, делающие беззаконие. Поэтому если человек не курит, не пьет, не блудит, это еще не значит, что он святой и совершенный. Он просто хороший человек. Но спасаемся мы не потому, что мы хорошие кто-то,
А спасаемся мы по вере в Сына Божьего, по вере в том. И вот простота во Христе, мы должны об этом всегда думать, да? Просто во Христе должна быть, простота во Христе, чтобы мы не уклонились от простоты во Христе. Вот Иисус, возле Него распяты два разбойника. Один, они оба сначала хулили Его, затем один признал Его Богом, уверовал. И он сказал: «Помяни меня, да, когда будешь в раю». И Иисус ему сказал: «Ныне говорю тебе». А, говорю тебе ныне, то есть я тебе сейчас говорю, стоит запятая. Ныне это он говорит, то есть сегодня я говорю, ты будешь со мной в раю. Вот правильный смысл. А сатана запятую не там поставил, и что происходит? Говорю тебе, ныне же будешь со мной в раю. И все умирают, и типа туда в рай идут. Вот как можно извратить. Так какой смысл-то тогда? Иисусу нужно было умирать на кресте. Чтобы увековечить грех, что ли? Его грех распял. Чтобы грешники на небо пошли, что ли? Сатана, Люцифер, такой был вообще сброшен. А чтобы люди, вообще прах, грешники пришли там и распространились по небесам, что ли? Вот. А в чем смысл-то? Вот простота во Христе. Ты просто пойми. А другой разбойник, этот разбойник, который вот его принял, которому он сказал: «Ныне говорю тебе, будешь со мной в раю. Ты будешь со мной в раю». Я тебе сейчас говорю, ныне говорю тебе, я тебе обещаю. Ну так, Бог сказал тебе, я тебе говорю. Да, вот я умираю ныне, вот я ныне, вот посмотри, вот я ныне. Вот, ты будешь спасен. Я тебя спас. Что грешник этот сделал? Он признал себя грешником и стал нуждаться во Спасителе. Вот что нужно, чтобы попасть в Царство Небес. Это попасть во святилище, во святое. Это ранний дождь. А поздний дождь – это когда уже ты становишься, Бог в тебе, тебя пересотворил. И ты, у тебя характер, как у Бога. Он тебя пересотворил. Это поздний дождь. И такие будут, Бог обещает. А ложные учения говорят: грешите и будете жить. Это как сатана сказал: а истинно ли сказал Бог, не ешьте с этого дерева? Ешьте, не умрете. Ну, то есть, не умрете. Сатана говорит: я говорю вам, не умрете, грешите, не умрете. Вот ложные учения. Грешат, 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 и типа в рай попали. Это, кстати, ложное учение везде, такое учение. Просто оно в разных интерпретациях. Поэтому сейчас люди, которые уверовали, которые вкусили грех, пережили вот это рождение свыше, то есть ранний дождь, рождение свыше, зачаток Духа Святого. То есть рождение свыше – это когда дух твой ожил. Там, где пребывает Бог, там, где пребывает Дух Святой в тебе. Бог это. А еще помните, слово говорит, подтверждение тому, что я сейчас вот говорю. Второй есть свидетель в Писании, да? Это: кто любит меня, тот соблюдает заповеди мои. Того возлюбит Отец, и мы придем, и обитель у Него сотворим, в Нем сотворим. Обитель в Нем. То есть обитать в Нем будем. Я и Отец. Понимаете? Царство Божие внутри вас есть. Это Дух Святой. Это Бог внутри тебя, если ты веруешь. Но ты не Бог. Бог внутри тебя. Ты просто как отражение можешь быть Бога. Да? И сейчас человек, который вкусил грех, пережил рождение свыше, и вот эту жизнь свою живет в освящении, то есть вот эта метаморфоза происходит, так? Преображение от сатаны в Божий образ. У нас у всех сатанинский характер, у всех, поэтому мы мучаемся. Но мы должны верить не в то, что своими силами человек изменится, или потому что его там наказываешь, а ты веришь, что Бог силен изменить. Так вот, произойдет вот эта победа полная, победа Иисуса произойдет полная в этих людях вначале, которые уже здесь на земле будут образом Божьим. Это и есть запечатленные. Вот этот поздний дождь, он запечатлит людей, которые выберут Христа, да, господином всей своей жизни, царем всей своей жизни, своим царем вечности. Выберут его, они запечатленные будут, так? Запечатленные. Это будет победа, все. И тогда Иисус может прийти. Народ его готов, невеста его запечатлена, то есть стала женою. То есть близко с Иисусом. Жена – это значит близко с Иисусом. Близко с Иисусом, да? Одно с Иисусом. И он приходит ее спасти. Все. И нечестивых ждет на земле суды. А потом еще суд уже окончательный. То есть у Бога суд, он как в несколько этапов. Это один суд, но только он как бы в несколько этапов. Ну, как продолжительность суда какая-то, да? Она не так вот
осудил, все, хап, все, бум-бум, нету. Нет, а это процесс. Это процесс. Так вот этот человек, который вкусил грех, познал спасение Спасителя, он, только он является истинным свидетелем Иисуса Христа навечно. Потому что никто не может засвидетельствовать об Иисусе, никто из ангелов. Потому что никто не пережил то, что пережил человек. И в таких людях никогда не зародится больше. Они будут свидетелями во всей вселенной, на всех планетах, свидетелями, что сделал. Да. Иисус себя не прославит, прославят его мы. Поэтому мы постоянно поем и говорим: «Тебе слава». Бог себе славу не говорит: «Я славен, я славен». Все его славят. Потому что невозможно. Вы представляете, написано, вот мы, по-моему, разбирали вот в этот раз, да, Слово Божие разбирали, как мы там поняли, что намерение даже их, его о нас, вот представьте, намерение Бога о каждом из нас, вот о каждом из нас, такие, что ты не сможешь никогда их даже понять, ну, да, сосчитать. То есть это постоянно он будет тебя удивлять, тебя лично, тебя одного, тебя одну, представляете? Как он каждого из нас знает все помышления, только Бог может. Знает у каждого, сколько волос на голове, и только Бог может. И также о каждом у него есть намерение, о каждом. Даже то не приходило тебе на сердце, что для тебя Бог приготовил. Он будет тебя постоянно удивлять. Ты будешь настолько счастливый, даже здесь ты счастлив. Я счастлив, когда я получаю откровение от Слова Божьего. Нет телефона, от Слова Божьего. А там он будет постоянно тебя удивлять. Просто. Ты будешь постоянно восхищаться и говорить: «Господи, слава тебе!» Это бесконечное счастье. Как можно променять? Я не знаю, где вообще может быть ум, и вообще какой он должен быть ум, чтобы променять Царство Небесное на вот этот мир мимолетный. Что люди скажут? Что люди подумают? Ну, в мире так модно. Ну, в мире так говорят. Что ты негатив говоришь о судах? Надо негатив. Ты лучше говори что-нибудь хорошее. Благословение, благословение говори. Помните, кстати, мы разбирали тоже, да, про сатану, да? Что в Иова, да, по-моему, разбирали? Что сатана упертый, ну, противник, противление, да? И как же там? В общем, люди, которые его, ну, сатаны, они не хотят, они хотят только благословения. Только о благословении, только говорить о благословении, только все, чтобы хорошо тебе было, только хорошие слова тебе говорить. А что Давид пишет в псалмах? Он говорит, я своими словами, что для него радость и елей, когда его праведник обличает. Для него это как помазание, как мазь. Понимаете? Вот нам нужно как купить эту мазь глазную. В книге Откровения написано, что мы слепые. Как ее купить? Чтобы для нас было вот это обличение, как исцеление. Понимаете? Слово Божие нас обличает, когда мы читаем. Обличаем. Это мазь. Праведник обличает. Тот, который Слово Божие разумеет и тебе говорит. Это должно быть как мазь. Это обняться и просто покаяться, и все. И победа полная вообще. Вы представляете, как Бог прославляется через это? Так вот, эта полная победа над грехом, она будет. Бог затягивается пришествие Иисуса только потому, что не готов народ Божий. Приду, найду ли я веру? Вера – это вера Иисуса. Вот ты смотришь, как Иисус жил на земле. Вот вера Иисуса. Он был гонимый? Гонимый. Его предавали? Предавали. На него лжесвидетельствовали? Лжесвидетельствовали. Его называли кем? Вельзевулом. Сатаной его называли. Иисуса. Также и людей Божьих будут называть сектантами, еще кем-то там, одержимыми. А хотя одержимые, наоборот, они. Иисуса называли одержимым, бесами. И говорили, что он изгоняет бесов силою Вельзевула. То есть силою сатаной, сатаны. И в конце концов Иисуса убили. Вот вера Иисуса. Он уповал до самой смерти на Отца. И он не пожалел жизни земной. Вот вера Иисуса. И вера его, движимая любовью. Вера, движимая любовью. Сейчас все говорят: любовь, любовь, любовь. Бог есть любовь. Бог есть любовь, это его сущность. Но любовь не есть Бог. Любовь не есть Бог. И какая любовь здесь на земле? Эгоистичная любовь. Лицемерная любовь. Настоящая любовь – это Иисус, распятый на кресте, который ничего для себя, все нам отдал. Все нам отдал. Вы понимаете, он даже царство свое с нами разделил. Те, которые с ним царствовать будут. Он нам свое царство разделил. Прекрасная жизнь на небе. Сейчас все любят летать, куда-то там отдыхать.
А тогда будет, самолетов не будет. Это вообще, ну, как бы, и не божьей воли эти самолеты. Это гордость людей, что типа они вот до неба там перемещаются. А тогда не нужны будут машины. Тогда мы будем перемещаться, как Иисус. И нам не нужны машины. И на такие планеты. И такие, вон, когда смотришь это, Вселенную глазами телескопа, ну, просто вообще, Эти галактики, это просто миллиарды звезд рождаются там. И всем счет знает Бог. И имя каждый знает. Это просто Бог, вы понимаете? Ну, кто может с ним сравниться? Так вот, поэтому вот эта борьба, которая была на небе, сейчас она в умах наших. Полная победа будет при позднем дожде, запечатление, и потом всему придет. И никогда не будет больше зла. Поэтому мы знаем конец сатаны. Мы знаем конец нечисти. И поэтому мы с радостью выбираем Иисуса. Поэтому вера, движимая любовью, это когда любовь Бога тебя коснулась, и у тебя внутри отклик. Потому что незаслуженная любовь. Просто все отдал. Вот понимаете, все отдать, всего себя отдать, царство свое отдать. Это как еще раз пример вот этот приведу. Я его приводила, но он так очень хорошо подытожит сейчас нам. Торги. То есть богатый человек, да, умер. Сначала умер его сын, потом умер он. И очень большие сокровища остались. И начались торги, распродажа его сокровищей. Ну, реклама, как говорится, все узнали, все богатые пришли, все со своими набитыми карманами. И начинаются торги. Выставляется портрет, сына этого человека, чьи сокровища продаются. И самая маленькая цена. И все думают, ну когда же уже закончится, ну вот это уже кто-нибудь бы забрал бы. Вот то бы уже когда, вот то я возьму, вот то, вот это я точно возьму. Да? Представьте мысли суетные какие у всех. И никто даже вообще не подумает, вот это что-то вообще такое. И шел садовник, ихний садовник. И ему дорог был хозяин, дорог был его сын. Любовь там была, да? Царство небесное было в этой семье, да? И он, все, что у него было, он отдал и купил эту картину. Она ему была дорога. И тут торги заканчиваются. Все начинают возмущаться. Что такое? Почему? И объявляют. Хозяин сказал, кто купит портрет сына, тот получает все бесплатно. Вот так же и нам. Знаете, невзрачный сын Божий, которого заездили все на языке уже. Даже именем Иисуса бесов изгоняют. И когда ты осознаешь, кто такой Иисус, кто такой вообще Бог вначале, а кто такой Сын Божий, Он Бог. Он сотворил все. Бог помыслил, сказал слово. То есть Иисус, Он есть слово. Иисус Христос написано слово. Он слово. Верую принимай. Мозгом своим ты можешь не понять сейчас. Бог любит нас и отдал свое сокровенное. Даром, как этому вот садовнику. И кто его принимает? Принимает все Царство Небесное. Вы вообще услышите это? Разве могут наши зарплаты здесь какие-то выгодные променять Царство Небесное, с Богом быть рядом. Даже вот это царство, само присутствие Бога – это счастье. Написано «Се скиния Бога с человеками». Это Новый Иерусалим. Скиния Бога с человеками. Скиния. То есть вот в храме скиния. Помните, мы разбирались, что скиния – это и сам Иисус. Скиния – это и мы. Да? И где святое святых в нашей скинии? Сердце, разум. Там, где присутствие Бога. Там, где шекина. Там, где Дух Святой. И так вот, Бог обещает излитие позднего дождя, полную победу над грехом и обещает нас спасти. Не спасти от убийц, а спасти от грехов, потому что это убийца. Жало смерти – это грех. И люди, которые выберут Христа, те, которые будут верные Ему до конца. А как верные? Заповеди хранить. Хранить – это не значит, что ты всегда соблюдешь. Если ты не соблюл, ты каешься так, что у тебя сердце разрывается, да? Потому что ты не хочешь. Ты хочешь соблюдать заповеди, но что-то тебе под ножку поставило тебе что-то. И ты каешься, да? Это охранить заповеди, это вот помнить о них. Это не значит, что ты согрешил и все, ну все, я заповеди не исполнил, все, беззаконник. Это написано нам хранить заповеди. Если мы будем о них помнить, хранить, сам Бог их в нас исполнит. Это и есть плод. Яблоня не тужится, чтобы дать яблоки. Так и в нас, если будет пребывать Дух Святой, нам не нужно тужиться, чтобы принести добрый плод характера. Он просто произрастет в нас силою Божией.
и полная победа произойдет. Это обязательно будет. Если даже люди не будут прославлять, что написано? Камни возопьют. Камни возопьют. Если пророк непослушный, ему проговорила ослица человеческим голосом. Ослица заговорила по-человечески, потому что пророк был, очень деньги любил, глупый был. И умер он прорицателем, колдуном. Ну, та же участь, что и колдуна. А начал он, был пророком Божьим, но очень любил деньги. Поэтому важно, как ты закончишь свой путь, да? Важно держаться верою. Вот вера – это как за руку мы держимся за Бога. Пока доверишь, держишься за его руку. А когда трудно, он и на руках пронесет. Пронесет. Как это видео, помните, есть? Четыре следа, 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 потом раз, один. Один. Это как Бог тебя взял на руки, да? Слава Господу. Ну вот, наверное, на сегодня все, да? Вспомнили мы о происхождении греха, вспомнили мы о победе, вспомнили мы о жертве Иисуса Христа. И самое главное, мы возвысили Бога. Аминь. Мы возвысили Иисуса. Мы возвысили Его. Пусть Он будет возвышенный. Аминь. Потому что Он достоин всей славы. Аминь.